Всем привет, с вами Настя Була, и сегодня рубрика, которую вы очень любите, это классные находки с AliExpress, Shein и других магазинов. Это всякие штучки для дома, косметика, девайсы для макияжа, одежда, аксессуары, так что да, будет интересно. Поехали! Если честно, у меня сейчас здесь лежит просто обалденная коллекция вещей, которые я заказывала уже давно. Собирала, чтобы вам все это показать в одном ролике. И первое, что я хочу показать, это нужные штуки, бьюти-блендеры. Они никогда не будут лишними. Я увидела вот такую коробку, буквально коробочка для яиц, для бьюти-блендеров. Прямо с держателями внутри. Очень удобный контейнер. Во-первых, удобно сушить бьюти-блендеры. Просто ставите сюда, и они просушиваются очень удобно. И опять же, хранятся, не пылятся. И вторые варианты бьюти-блендеров красивые. Леопардовый я уже два использовала, заказала сразу много, потому что я их стараюсь почаще менять, все-таки в них размножаются бактерии, я их мою, наверное, не наверное, а после каждого использования, после каждого макияжа обязательно их промываю и также выбрасываю их, наверное, после примерно 10-15 использований, это прям максимум. Конечно, они уступают бьюти-блендерам даже, которые из масс-маркета, которые мы можем купить в Золотом Яблоке или где-то еще. Дальше девочкам понравится. Следующая вещь — это вот такой атласный топ с бретельками, стразами. Он очень эффектно смотрится, его стоит отпарить. Я примерю и покажу вам, как он сидит. Очень красивый, если вы надеваете такой топ, плюс, допустим, обычные джинсы, брюки, уже получается довольно такой праздничный, эффектный образ. Я такие вещи заказываю для танцев, для каких-то фото, фотосессий. Но, кстати, вот этот лонгслив в мелкую сетку мне служит уже довольно-таки хорошо. Я в нем хожу на танцы, я в нем ходила просто на улицу. Меня все на танцах спрашивают, преподаватели, девчонки в сторис. Реально очень классная кофточка, мне напоминает стиль «Шаг вперед». Вспоминайте картинки, эти удлиненные миди-юбки, асимметричные боди, леггинсы и вот такие вот кофточки-сетки. Я знаю, что у меня любители купальников, поэтому покажу вам сразу два купальника, которые я заказывала в последнее время. Первый очень яркий, очень необычный принт у него, просто какой-то сумасшедший, я бы сказала. В принципе, это очень интересная модель, и самая фишка в том, что здесь бразильяна бикини, которые завязываются с одной стороны, то есть они такие асимметричные, справа у вас получается просто бретелька и слева завязка. Это смотрится очень интересно, мне нравятся необычные купальники, чем он более странной формы, посадки, тем лучше, я просто фанат купальников, вы знаете, Настя Була это равно вкусная еда, купальники, жакеты, что еще? Стрелки. В общем, дополните ваш список, с чем вас я ассоциируюсь. Мне просто будет дико интересно. Пока не забыла, следующий лот — это вот такое кольцо. Кольцо-часы. Я когда его увидела, просто офигела. Это, мне кажется, смотрится очень интересно. Здесь есть механизм, который можно установить, завести, поставить на нужное время. Они показывают тайм, собственно говоря. Следующая вещь — это вот такая вот подвеска с буквами. Соответственно, букву вы можете выбрать любую, которая вам подходит. А мне понравилось, что здесь сочетание жемчуга искусственного, конечно же, и бисера. Вообще, украшения из бисера, аксессуары сейчас в тренде на это лето. Если я делаю себе прически, я не обхожусь без вопросов в директе, откуда у меня разные всякие висюльки, колечки в волосы, классные цепочки. Я люблю добавлять в косички всякие штуки. И последнее я заказывала с бабочками из бисера. Опять же, на Shein. Просто обожаю, если честно, этот сайт. У них классный ассортимент, доставка быстрая. Они отлично работают по России. Обязательно используйте кэшбэк-сервис Letyshop для того, чтобы оплачивать ваши заказы с Shein. Внимание, на магазин Shein с 29 июня по 1 июля будет действовать горящий кэшбэк, увеличенный в 5 раз, 5% до 25%. У вас будет кэшбэк 25% на ваш заказ. Соответственно, еще суммируются скидки, если вы будете брать товары на Shein уже из распродажи. Поэтому переходите по ссылке в описании, скачивайте приложение, в нем гораздо удобнее делать все покупки. Регистрируйтесь, это очень быстро и легко происходит, и совершайте покупку автоматически. Вы находите магазин Shein на Letyshops, он вас автоматически перенаправляет на онлайн-магазин, и вы делаете ваш заказ как обычно, и автоматом вам зачисляется в ваш личный кабинет кэшбэк. А дальше вы можете вывести эти деньги на карту, либо потратить на новые покупки. Это очень удобно. Сразу переходите, скачивайте приложение, устанавливайте кэшбэк, и дальше уже совершайте покупки из моего ролика. А я вам еще бонусом оставлю классную подборку вещей с Shein, чтобы вы сделали прям себе мега приятный заказик. Продолжая тему бисера, у меня есть еще вот такое украшение для живота. Правда, оно мне слегка великовато, можно опять же сделать самому. Это просто резинка, нитка-резинка и насаженная на нее
ее бисер. У меня летом такой, знаете, Coachella vibe постоянно. Я прям люблю какие-то косички, украшения, максимально что-то яркое, такое необычное. Просто вот настроение поднималось у меня и у прохожих людей. Так это, в принципе, и происходит. Поэтому я получаю удовольствие от всего этого. Специально для вас я решила затестить и заказать сумку с AliExpress. На самом деле, удачная получилась покупка. Это сумка из денима. Мне очень нравится ее багет, форма удлиненная и такие вот дырочки рваные. Все выполнено очень классно. Ремень перфорированный, бежевого цвета. Она огромная, на самом деле, она очень вместительная, но смотрится довольно миниатюрно. Забыла показать вам второй купальник. Это черный купальник, супер минималистичный. У него очень классные чашечки. Мне кажется, даже самую небольшую грудь они сделают красивой. Они такие плотные, и сами чашки, и материал купальника. И в комплект к этому купальнику идет длинная в пол накидка полупрозрачная черная. В принципе, ради этого комплекта я все это и заказывала. Что я дальше заказала для своих макияжных видео, которые совсем скоро будут. И, кстати, я публикую их на Instagram. Давайте откроем эту коробочку. Вот такие ватные палочки, ушные палочки с розовым цветом. Они, по-моему, есть еще мятные, голубые, в общем, разные цвета. Это очень красиво смотрится. Короче, если вы визажист, если вы лайфхакер, если вы блогер, вам нужны такие ватные палочки. Реально их советую. Они деревянные, они красивые, эффектно смотрятся в кадре. А если вы снимаете какие-то туториалы, обзоры макияжа, либо уход, вам тоже пригодится. Так что, welcome. Здесь можно просто ничего не комментировать. Это повязка на голову, для того, чтобы я снимала видосы, либо там делала свои какие-то бьюти-процедуры вечером и убирала, собственно говоря, волосы. А, блин, совсем забыла вам показать. Короче, я совсем, мне кажется, двинулась. Я заказала себе пирсинг искусственный для носа. Давайте вместе затестируем, я еще ни разу не пробовала. Первый идет на магните. И ничего не происходит. Он очень слабо держится. Мне кажется, я вдохну, и они у меня залетят в легкие куда-нибудь, и я умру. Я не знаю, вам видно, нет? Торчит что-то из носа. То есть вот, они магнитятся. Пум, все, держится. Но через хрящ мой не работает. Теперь похоже на Геворга. Похоже на Геворга, напишите в комментариях. Вот как Гев постоянно так теребонит ее теперь. Всем привет, с вами Гев Муай. Мы сегодня делаем обзор на Huda Beauty и Fenty Beauty. Поехали. Я надеюсь, что получилось похоже. Так, ладно. Продолжаем с вами разбор покупочек. Что я хочу вам показать. Я купила скотч. Да, это очень ценная информация, это очень важная информация. Но скотч в доме всегда пригодится, особенно если он под бумагу. Я заказала кучу вот таких бумажечек, конвертиков. Древних, старых, от Хемингуэя, понимаете ли. Короче, это постеры разного размера с разными картинками. Здесь у меня ноты, какие-то записочки. Все это предполагается расклеить. Либо вот эти штуки я могу использовать под свечи, разложить на комод и жечь на них свечи, чтобы воск стекал. Это очень красиво смотрится, я вам покажу, как это выглядит. Жгите свечи сколько хотите. А вот эти постеры я сделаю себе над комодом в спальне, бумагой к стене приклею, надеюсь, что будет все держаться. Я сама это все придумала, мне кажется, что это классная идея, украсить так комнату, сделать ее такой тинейджерской. Ну, мне нравится реально такое арт-пространство создавать вокруг себя. Следующее, что мы с вами будем рассматривать, это одежда. Это атласный топ, который как просто бандо, как платок. Люди добрые придумали топ, чтобы не мучиться с платком, он идет с завязкой и еще и в дико красивом шоколадном оттенке. Это называется «Настя совсем поехала». Ну, как бы на секундочку, сумка леопардовая. Я увидела ее у одной из тиктокерш американских, естественно. Где же могу еще такие дурацкие вещи подглядеть, Pinterest и TikTok? Но мне показалось, что это смотрится реально интересно, добавить ее к любому своему аутфиту. Даже вот у меня сейчас топ, джинсовая юбка и вот такая сумка. Не знаю, короче, она мне нравится, я от нее просто получаю удовольствие. Можно, кстати, ее повесить как украшение в комнате, на стену, как-нибудь на дверь. Эти две пары шорт я вам уже показывала, но вопросы не перестают поступать, поэтому я вам оставлю на них ссылочки еще раз. Это вот такие черные шорты-велосипедки с прострочками и сзади с неоновой такой надписью. Они реально классные, я их уже просто заносила до смерти. Ходила в них на спорт, просто гуляла на улице, они очень приятного материала. И вторая пара шорт, это укороченные шорты таупового оттенка из какого-то необычного материала. Я даже его не характеризую. У самих шорт очень классные вытачки сзади на попе, спереди. Ну, в общем, вы видите все на экране, как они сидят. Кстати, уверена, что вы заметили прядку яркую в моих волосах. Это накладная прядь. Фиолетово смотрится сейчас странно, потому что у меня волосы завиты. Я их заказала уже, наверное, в 6 разных оттенках. Оставляю тоже вам, конечно же, ссылку. И следующее украшение – это вот такая вот подвеска на шею с разными цветами бабочек. На самом деле, выполнено очень приятно, красиво. Они такие перламутровые. Дико качественно смотрятся вблизи. Можно прям разглядывать. Просто
просто вот даже не найдете к чему придраться, серьезно. И абсолютно такого же формата, в принципе, из этой же коллекции, вот такие серьги-кольца с бабочками-подвесками. Ну что, на этом будем с вами прощаться, ролик подошел уже к концу, я показала все, что хотела, надеюсь, он вам понравился, классно провели со мной время. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, ставьте колокольчик, чтобы увидеть новые ролики. Следующие ролики будут просто супер классные. Я желаю вам хорошего настроения, передаю вам свою энергетику и увидимся с вами в следующих видео. С вами была Настя Була. Пока!